Здравствуйте, друзья! Я, помнится, где-то месяц назад рассказывал о том, что когда многие люди говорят о том, что в декабре нет смысла искать работу, потому что компании, в общем, никто ничем не занимается, в общем, не до этого, все праздников ждут и так далее, они не понимают при этом, что есть вторая часть вот этих весов, вторая чаша этих весов, на которой есть люди, которые ищут работу. Действительно, объявления о найме там может быть в половину меньше, а людей, которые ищут работу, меньше уже раз в 10. Поэтому как бы вот это вот соотношение спроса и предложения невероятно хорошее. Ну просто нет слов. И это по всей стране так. Поэтому я на всякий случай предупредил. Я студентам своим сказал и на кампусе, и вот в онлайне особенно, потому что только-только группа закончилась. И вот я хочу сказать, что в декабре там некоторое количество из тех, кто искал работу, нашли работу, онлайновые студенты и те, которые тут у нас были. Я был вот в круизе, и даже в круизе постоянно там какая-то у меня переписка шла на моем полуживом имейле. В силу полуживого интернета каждый день кто-то что-то писал, какие-то ему вопросы, а нужно ли давать 4 последних номера там social security, а то они без этого не посылают резюме в компанию. И сегодня уже, Света, какое число? 29-е. Пятница, 29-е. Все, да, в этом году мы больше не работаем. Сегодня я с утра звонил, давал референс. Жанна, наш преподаватель, она специально, я ей вчера написал, она специально там поехала в офис, чтобы посмотреть, там нужно было какие-то там бумажки, чтобы не ошибиться. Вот, сегодня с утра поехала в офис, давала референсы, то есть там люди, вы скажете, а чего сейчас-то? Ну, а вот начинают, кто 2 числа, кто 3, выходят на работу, когда им там, понимаете? То есть даже вот между Крисмасом и Новым годом, и вроде бы уж тут совсем-то дней никаких нет, правда? Вот там вот всего несколько дней. Очень активненько. Еще одна девушка, мы с ней вели такую сложную борьбу за то, чтобы правильно в профайле вставить ключевые слова. То есть она как-то так их вставляла, что не получалось правильно. И так раза 3 переделывала. И как только она переделала, и так появился ее профайл там, где нужно, в поиске, она вот сейчас мне сегодня звонит и говорит, не звонит, в скайпе написала, говорит, да не знаю даже, чего делать, у меня, говорит, вот за 2 назначено 5 интервью. Да, неплохо, ребят. Это 2 дня, это четверг и пятница. Помнишь, да? Когда-то у меня 100 назад в Интуите было тоже 31 декабря интервью? Да, Светочка, микрофон у меня здесь на рубашке, поэтому тебя там плохо слышно. Светлана говорит, что у нее было интервью в компании Intuit 31 декабря. То есть и так бывает. Другое дело, что для американцев Новый год не такой светлый праздник, как Крисмас. Прямо налево. Да, вот тут. Сюда. Ага. Вот. Так что я к чему говорю. Я очень доволен, что сделал такой призыв. Выполнил набатную функцию. Света, я правильно говорю? Набатную функцию. И с помощью этого набата какое-то количество людей проскочило легко там, где могло бы не использовать возможность. Понимаете, отдать эту возможность кому-то, кто вообще... Кому? Кому? Мы даже его не знаем. Понимаете? И он нам спасибо никогда не скажет. И самое главное, что она нам была нужна самим. Понимаете, одно дело отдать кому-то то, что тебе не нужно. А другое дело, когда у тебя работы нет, и ты думаешь, не буду искать. Вот, потому что кто-то мне сказал. Так что, друзья... Значит, набатная функция отработала, а в следующем году, я не знаю, услышите вы меня или нет, но запомните 2 вещи. Первое. В декабре исключительно хорошо ищется работа. Второе. Если вам кто-нибудь скажет, что это не так, не беседуйте с ним на эту тему. Ну или в крайнем случае пропускайте мимо ушей. Человек не в курсе. Вот. Так что успехов не только в декабре, но и вообще так в течение года тоже. Да, и с Новым годом. Счастливо.